Вот. Это вот такая вот машина. Вот. Она. Это машина. Инерционная. Вот. Она инерционная. Очень красиво вот тут вот сделано. Черным цветом. Вот такая вот у нее вот такие. Вот колеса замечательные. Вот. Красивые. Вот сама. Сама машина блестит. У нее вот такая вот дверь. Спереди. Спереди она выглядит вот. Так, вот. Вот. Так она выглядит спереди. Блестит, блестит, поэтому кажется, что что-то не так в машине, но она хорошая, красивая машина, вот спереди. Спереди белая, там красная, поэтому так неразборчиво слегка видно. Не могу навести не мутно. Мне этого не получится. Вот сдалека, и что не мутно. Сверху машинка выглядит вот таким вот образом. Это у нее просвещается там что-то. Это не то, что она там поломана. Поломана, это у нее только тут. Ну, увы, так получилось. Вот она инерционная, поэтому она уезжает. Уезжает, как только ее поставишь. Вот с этого боку она выглядит вот так вот. У нее тут уже никакой поломки не видно, у нее вот такие прикольные двери. Двери. Вот такие вот колеса начинают, когда близко подводишь, что-то отсвечивать, что-то как-то. Или мутно просто. Вот это у него почему-то нажимается. Я не знаю почему. Сзади машинка выглядит вот таким вот образом. Вот. Красиво рассматривается машинка. Вот. Очень даже красивая машинка сзади. Но сзади у него вместо стекла там что-то как залезли или что сделано, я не знаю. Как это вот показать. В целом, кому понравилась машинка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Снизу машинка выглядит вот таким вот образом. Вот так она выглядит снизу. Вот такая вот замечательная машинка.